А в Днепре недовольны тарифами на коммуналку. С Нового года вместо ЖЭКов дома в городе обслуживают 3 управляющие компании. Они подняли расценки в 5 раз. Люди уже собрали более 10 тысяч подписей против этих цен. Сегодня они в очередной раз пришли к горсовету, где в этот момент проходила сессия. Однако к протестующим никто так и не вышел. Участники акции пообещали прийти на следующее заседание. Если их снова проигнорируют, они перекроют главные проспекты города. 658 гривен 73 копейки. Дождь платный. Нет, это, наверное, только тепло, да? Тепло, нет, тепло, это квартплата. Уже, наверное, проще взять тут всех и похоронить. Да, это правда. Людей. На вопрос самарскому ЖЭКу, дайте отчет, что вы сделали, потому что нам непонятны эти тарифы, договора нет, расценки завышены в 4 раза. Ответа нет.